Двигаемся дальше. На этой неделе состоялся очередной этап спартакиады вузов Республики Татарстан. На этот раз сильнейших выявляли в шахматных баталиях. Какой вуз стал первым в итоге и как в целом прошли шахматные партии, расскажет Диана Жданова. 11 февраля в школе Олимпийского резерва по шахматам и шашкам имени Нижмеддинова прошли командные соревнования среди студентов Татарстана. За шахматными досками бои вели представители 13 вузов республики. Во время турнира над столами игроков нависло явное напряжение. Было сыграно множество интересных партий между студентами разных разрядов и гроссмейстеров. В первой группе победу одержала команда Поволжской академии спорта и туризма. Сборная академии выиграла все 6 командных встреч, набрав максимальное количество баллов – 12. Наилучший результат в копилку Академии принес Владислав Артемьев, гроссмейстер и победитель первенства России и Европы. У серебряных призеров команда КФУ 8 баллов. За Казанский федеральный играли Ахтырская Анастасия, Токарев Анастасия, Новиков Роман и Гайфулин Артур. Бронза досталась студентам КНИТУ КАИ, которые получили 7 очков. Во второй группе победила команда ТИСБИ, получившая 8 баллов. Команда КАГАУ с 7 баллами заняла второе место, а команда Казанской государственной консерватории набрала 6 баллов и оказалась на третьем месте. Диана Жданова, «Неделя спорта».